А как купить игру? А где продается? Как приобрести? А как? А где? Расскажи, покажи. Да-да-да, дружище. Я не перестаю получать подобные вопросы. И, конечно же, не устану тебе на них отвечать. Ведь мой альтруизм не знает границ. Ну что ж, и снова здравствуй. Знаю, ты уже понял, с чем я к тебе сегодня пожаловал. Принес чуточку полезности о том, как раздобыть вожделенную игрушку и не обнищать при этом. Ну а также приобретать игры, которые недоступны в России. А чтобы не быть голословным, давай покажу тебе весь фокус на примере, допустим, новенькой Hades 2. Которую мы сегодня с тобой играли на стриме. Хороша игруля. А да, очень важно, не забудь поделиться этим видосом со своим дружищей. Не будь жадиной. Пусть он тоже знает, как правильно игры покупать. Ну, погнали. Ну и ты такой, знаешь, заходишь в свой Steam, видишь на главной странице, что Hades 2 уже в раннем доступе. Конечно же, кликаешь. И видишь, что игра стоит 1100 рублей. К сожалению, в кошельке Steam у тебя шаром покати. Конечно, ты можешь воспользоваться услугой и пополнить кошелек Стима на GGSL, и это тебе обойдется в 1353 рубля. 1100 рублей у тебя появится на Steam аккаунте. Но я покажу тебе, как сделать это выгодней. Заходим на главную страницу GGSL и видим, что в популярных играх и сервисах уже есть Hades 2. Ранний доступ. Да, игра вышла в раннем доступе. Открываем страницу и видим, что у нас есть несколько предложений от разных продавцов. Соответственно, и цена разная. Выбираем отсюда самое выгодное предложение за 1239 рублей. Продано 9 игр уже. Здорово. Заходим, смотрим. Продавец Steam Gifts Official. Рейтинг 5.0. Хорошо. Не забывай обращать внимание на отзывы, на рейтинг продавца. За 1239 рублей мы можем приобрести игру в регионе Россия. Также можно выбрать галочку «Беларусь плюс СНГ», плюс сверху 420 рублей получится. Также можно купить на турецкий аккаунт, китайский, казахстанский, украинский, аргентинский. Нас интересует, конечно же, Россия. Также не забывай читать описание. В это поле нам надо вставить ссылку на свой профиль. Если ты не знаешь, где ее взять, я покажу. Заходишь в свой Steam, вкладка «Профиль». В любое место тыкаешь ПКМ, скопировать адрес страницы. Или же здесь в левом верхнем углу есть вот такая вот ссылочка. Просто на нее нажимаешь и копируется ссылка. Готово. Вставляем сюда и жмакаем «Купить». Не надо давать никаких данных от своего аккаунта Steam, ни паролей, ничего. Просто ссылка на профиль. Выбираем способ оплаты и жмем «Оплатить». После этого в Steam бот тебе пришлет гифт на игру. Ты его принимаешь, и все, игра у тебя в библиотеке. Если же продавец тебе продал ключ, его нужно активировать в Steam. Я покажу. Вкладка в левом верхнем углу. Игры. И здесь выбираем «Активировать в Steam». Копируешь сюда купленный ключ, нажимаешь «Подтвердить». Игра у тебя в библиотеке. Ты можешь спросить: «Блин, а если продавец меня обманет?» Я тебе скажу, что здесь на GGSL работает безопасная сделка. Деньги резервируются на счету GGSL, и если товар не соответствует описанию и тебя наиграл продавец, то деньги вернутся тебе полностью. Это очень круто. Также стоит упомянуть, что здесь ты сможешь купить подписки на разные другие сервисы, которые ушли, например, из России. PlayStation Store, Apple Store, Microsoft. Все, что хочешь, все, что душеньке угодно, здесь ты можешь приобрести. А также сможешь принять участие в розыгрыше приставок мечты, где разыгрывается сок, PlayStation 5 и Microsoft Xbox и другие разные призы. Тоже приятно. Ну и не забывай бесплатно крутануть колесо удачи, которое тебе может дать также скидки на покупку игр. Ссылка на GGSL будет, конечно же, в описании. Надеюсь, гайд тебе был полезен. Не забудь поделиться им с друзьями. Прожми большой палец вверх, подпишись на канал, если еще не подписан. И заходи в наши соцсети. С тобой был Волкофрения, лучи добра.